сов по настрой на бой. То есть вы собраны, вы готовы, вы сфокусированы. Хорошо, вопроса нет, хорошо, тогда по-другому. А для Рики это родной город, родное место и так далее. Не боитесь ли вы, например, что будет какое-то неправильное судейство? Нет, я не думаю о судействе, я рассчитываю только на свои силы. Это однозначно, то есть вы будете настроены на досрочное победу? Я настроен на досрочную победу, да, но я так же сам готов пройти в судейский раунд. У вас какая-то, ну, последние пару дней происходят там разные мероприятия, которые команда Рики пытается вывести вашу команду из себя, как-то раздергать вас, это получается, не получается, и что вы там делаете? Ничего не получается, потому что я на это вообще не реагирую, то есть все нормально, подготовка прошла хорошо, все отлично. Сегодня после взвешивания вы же будете смотреть ему в глаза. Как вы вот опишите свое настроение вот в этот момент? Настроение у меня боевое, и я настроен только на победу. Я думаю, он увидит мои глаза, что я настроен только на победу.